перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребятки. И сегодня мы будем играть в Hill Climb Racing 2, ребяточки, будем продолжать играть, и посмотрите, что у нас открылось, ребят. У нас открылся третий этап Кубка Темной Дороги, собственно, мы с вами там и поиграем. Давайте, собственно, откроем сейчас за 12 кристаллов какую-то штучку. Ага, управление в воздухе и ускоритель дым, готово. Так, берем, ребятки, Темные Дороги, и, ребят, у нас, так... Серебро 1. Нам надо для того, чтобы открыть этот джип. А это? Бронза 3. А, у нас мотоцикл, ребята. У нас открылся скутер. Скутер или моторуллер даже. Можно сказать на него так, дорогие друзья. Так, ребяточки, мы на него можем... И каркас безопасности... А, каркас безопасности мы на него не можем. Мы только можем на автомобиль каркас безопасности, ребяточки, оснастить. Так что давайте с вами, ребята, поиграем в эту замечательную игрушку. Так, давайте, наверное, увеличим сразу же подвесочку. Подвесочку и сцепление. И проедемся, попробуем, как оно будет на этом мотороллере. Потому что до этого мы всегда, ребятки, с вами ездили на джипах. А тут мы, ребятки, на мотоцикле. Ну что ж, вперед. Ой, ребята, на скутере... Не, это нелегко так, посмотрите. Ох, ребята... Вот это да, ох, вот это круто. Как на лошадке на какой-то. Ассальто, ой, какой ассальто. Я даже, нет, ребятки, никуда не годится. Надо больше затюнинговать его, чтобы у нас не было никаких проблем, чтобы мы больше не сталкивались с проблемами, ребят. Надо его попросту затюнинговать нормально, и тогда проблем не будет. Так, ну что ж, ребятки, давайте перейдем, собственно, в наше лобби. Нет, я не хочу, я хочу вернуться в лобби. Да, выход. Так, так, так. Давайте вернемся сюда. И давайте, наверное, улучшим, ребяточки, наше сцепление. Сцепление, чтобы мы с вами на мотороллере могли, ребяточки, выигрывать любые призы. Давайте, наверное, все сразу увеличим на максимум, да? Ну, не прям на максимум, а хоть немножко. Давайте наполовину мы с вами увеличаем все. И здесь также. Так, осталось 3-2 раз. Все, отличненько, ребяточки. С вами мы здесь тюнинг провели. И едем, ребяточки, смотрим, на что наш скутер, ребяточки, способен. Вау! О-хо-хоу! Ребята, скутер реальная вещь. Вы только посмотрите, как он гонит. Когда он, ребятки, затюнингованный, он довольно-таки прикольный. Ох! Вот это да! Вот это в действительности, ребятки, то, что мне нужно. На скутере я еду так, как я хочу. Ой-ой-ой-ой! Посмотрите на мои ноги, как я стою на скутере. Вот это, конечно же, прикол. Ой-ой, какой-то Фред пришел первее, чем я, ребятки. Но не стоит отчаиваться. Мы с вами обязательно его перегоним в следующем загоне. Так, ребятки, поехали. Бах. Ой, тихо-тихо-тихо. Трамплинчик. Давай-давай-давай. Опять Фред. Какой-то американец хочет меня победить, ребяточки. Но нужно сделать все возможное, чтобы не допустить этого, ребят. Вау, ребята, река. Хух, чуть в речку не упали. Так бы просто-напросто наш бы мопед бы закляк бы в реке. Потому что, как мы знаем, ребята, третья позиция. Да, ребятки, все-таки нужно работать над увеличением, ребятки, двигателя, над увеличением прогресса к самой гонке. Ого, ребята, вы это видели? Ого, куда я залетел на мотоцикле. Хо, вот это я трюкач, вот это я даю, конечно, вот это приколы. Да-да-да, ребята. Вау, прыжок, давай, малыш. Хух, я думал, я не долечу, а он не долетел. А я долетел, ребята, я долетел. Круто, круто, все круто.
Давай, ребяточки. Отличненько. Я, ребяточки, на второй позиции. Так, ну что ж, дорогие друзья, поехали. Так, что у нас здесь, ребята? Мы выиграли какой-то серебряный кубок, дорогие друзья. И у нас уже потихонечку начинает прибавляться... как вам правильно объяснить? Бронзовые очки за бронзу, что ли? Выиграйте гонки, ребята. Вот, что это у нас? О, ребята. Ого, круто. Посмотрите, сколько, ребятки, я всего получил. Классно, да? И еще бесплатный. Бесплатный сундук, еще один, ребят. Вау, посмотрите, сколько всего, ребятки, мне раздают. Это просто замечательно, я считаю. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте перейдем к темным дорогам. И что ж, ребяточки, детали, давайте посмотрим, что мы здесь сможем купить. Все, ребятки, мы оснастили выхлопной трубой, усиление турбо. Так, это только для машин подходит, для мотоциклов не подходит. Так, ребяточки, давайте с вами улучшим сцепление, чтобы было бы, чтобы оно... Ребятки, было лучше, чем у остальных мотоциклистов и автомобилистов. Короче, у остальных соперников, да и все. Что тут гадать-то? Так, отличненько, это мы с вами сделали. Теперь нам нужно подвеску улучшить. Это подвеска, это у нас амортизация, ребята. Отличненько, дорогие друзья. И улучшаем баланс в воздухе самого автомобиля или мотоцикла. Будет намного легче нам управлять. Ребята, как мы знаем, я миллионер. У меня денег куча, так что поехали. А, ребята, что-то я не посмотрел-то. У нас же совсем не заделанный двигатель. Я и не заметил, вы представляете, мотор. Вы посмотрите, ребята. У нас просто-напросто не был зарезервирован мотор как само устройство. И я проиграл гонку. Так вот в чем проблема. Оказывается, у меня попросту не был заделан движок. Но сейчас мы на максимум, ребяточки, все настроим. И вы сами убедитесь, что я опытный игрок. И что я могу приходить все-таки к финишу первым. Так, дорогие друзья, поехали. Бах. Газу. Ох, ребята, вот это да. Вы только посмотрите, какой у меня скоростной мотоцикл. Я с него реально чуть ли не слетаю, ребят. Но дело не в этом. Дело в том, что вы только посмотрите. Я даже сальто, ребята. Вау, да, я сделал сальто. Вот это я понимаю, крутой мотик, ребята. Вау, отлично. Отличненько, дорогие друзья. Но мы все равно пришли вторыми. Не годится, ребяточки, не годится. Надо нам приходить первыми. Конечно, прервать кубок. Давайте по новой будем делать. Брр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 рr Ой-ой-ой-ой. Вот это, ребятки, реальная скорость, я хочу вам сказать. Вах. Отличненько, дорогие друзья. И мы приехали первыми. И это означает, что мы просто крутые чуваки. Так, давайте продолжаем дальше нашу замечательную игрушку. Ой-ой-ой. Газу. Ох, отлично. Ой-ой-ой, ребята, я же могу приехать вторым. Это никуда не годится. Да, чуть-чуть неправильно и здесь я сделал. Но, тем не менее, я думаю, намного будет лучше, чем мои соперники. Так как они вообще неудачники, я считаю. Я всех своих соперников, дорогие друзья, считаю неудачниками, потому что они никогда не дают мне доехать до конца. Так,
И они всегда приезжают последними, а я первый. Поэтому они и неудачники, ребятки. Вай-вай-вай-вай-вай. Ох, ребята, чуть не разбился. Вы видели, чуть голову не испохабил себе об какую-то гору, реально. Вот это да, надо быть более бдительным к таким вещам. Ребята! Ребята, что это такое? Вы это тоже видите? Ребята, я разбился. Так, ребяточки, ну что ж, давайте с вами посмотрим, что здесь у нас. Так, это что-то у нас какое-то тут приложение. Так, давайте. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы с вами сегодня уже набрали достаточно таки очков для того, чтобы в следующем уровне открыть новый автомобиль, автобус. И на автобусе, ребяточки, с вами покататься. Так, ну что ж, дорогие друзья, если вам было интересно это видео, поставьте пальчик вверх. А с вами был, как всегда, Юра. Ребятки, вы были на канале Вечное Детство. Этот выпуск подошел к концу. Дорогой друг, если ты смотришь это видео, пожалуйста, нажми подписаться. Если что, это мордочка клоуна, которую ты сейчас видишь на экране. Нажимай на клоуна, подписывайся на мой канал, и будет тебе счастье. Ну что ж, дорогие друзья, пока-пока.